148 юных нефтеюганцев пополнили ряды учеников 10-й общеобразовательной. Для них этот учебный год будет по-особенному насыщенным. Для вас это день открытий. Имейте в виду, что каждый день у вас будет день открытий. Вам придется за несколько лет сделать столько открытий, сколько сделало человечество за несколько тысяч лет. Пожелайте, ребята, вам, чтобы вы получили знания, нашли здесь верных друзей. Успехов вам, удачи! А вот выпускникам школы предстоит проверить полученные знания. Хотя, как уверяют одиннадцатиклассники, они экзаменов не боятся. Напротив, идут в новый учебный год с большой радостью. Я с самыми наилучшими, знаменательными, восхитительными, великолепными, сногсшибательными, умопомрачительными мыслями сюда пришел. Я пришел на праздник. Я очень рад всех видеть, своих друзей, своих братьев, всех моих людей. Учителя просто у нас самые лучшие в нашей школе, поэтому, да. Отметим, 10-ю школу сегодня поздравляли не только с Днем знаний. Образовательному учреждению исполнилось 30 лет. Педагоги и ученики убеждены, в свой юбилей школа проявит себя не один раз.